Приветствую вас, господа. Сегодня мы посмотрим на свеженький мод ZIL-135LM. Поехали в тюнинг. Ну, тут все стандартное по улучшениям. Стандартные три движка, стандартные три коробки, одна подвеска, колеса от Татарина, стандартные лебедки, модуль кузова. Все стандартные, кроме вот такой бортовой платформы. Выхлоп, диски от Татарина, цветов нет и декорчика тоже нет. Давайте внешку посмотрим. Выкатились мы из гаража, давайте заценим модельку. Сделано добротно, хорошая моделька. Салончик тоже пойдет, все прекрасно. Давайте заведемся. Это прям смесь звуков. Ну ладно, 560 литров у нас. Давайте свет проверим. Свет работает прекрасно. Задняя ось у нас тоже поворачивается для маневренности. Давайте немножко прокатимся, прям чуть-чуть едет потом с грузом. Пока что, как говорится, не густо, но будем надеяться, что мод будут доделывать, дополнять новыми аддонами и так далее. Выглядит неплохо. Ну и цвета, конечно, тоже хотелось бы. Давайте немножко с грузом прокатимся. Традиционный наш тестовый участок, поехали. Стоковый движок, коробочка у нас улучшенная, специальная. Ну, я так и думал, что на колесах от Татарина он будет просто ехать как по маслу. Грязь, не грязь, и мне кажется, он везде проедет вообще без проблем. Вес какой-то не ощущается, чувствуется, что такая какая-то легкая моделька, он просто подпрыгивает на всем. Он просто пролетает грязище, ему вообще без разницы, грязь, не грязь. Ну, лично для меня, конечно, это такое пока что. Будем надеяться, что автор настроит получше немножко и колесиков каких-нибудь своих добавит. Не таких имбовых для нашего грузовичка. В принципе, пойдет, да. Пока что бедненько, но работа пошла, да, это хорошо. Автору, как говорится, пожелаем удачи в развитии этого мода. Ссылочку, как всегда, найдете в описании. Вам большое спасибо за просмотр. Господа, подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. И берегите себя и своих близких. Давайте, пока-пока.